Всем привет! С вами стилист Рос Дикой. Я нахожусь в атмосфере в бутике Дома Твин. И я вам расскажу в этом видео о церемонии, о костюмах, которые нужно одевать на свадьбу, на выпускной, в общем, о церемониальном стиле. Галстуки. Галстук – это визитная карточка любого джентльмена. Галстуки, конечно, нужно уметь носить. Обратите внимание, что сейчас в моде галстуки не очень широкие, не очень узкие, да? Как померите, модный галстук он или нет? Берете 4 пальца и складываете вот на конец галстука, оптимальная ширина, 4 пальца. То есть 3 – это уже будет очень узкий. Здесь, конечно, можно играться сколько хочешь, я имею в виду выбирать, да. Но самое простое различие – это два буквально материала используются для пашота. Это шелк и хлопок со льном. Либо еще шерстяные встречаются, да. То есть, если она грубая, да, то есть здесь используется либо шерсть, либо хлопок со льном. Если она легкая такая и нежная, то это шелк, либо ацетат, либо вискоза. Шелковые используются в костюмах шерстяных, сейчас я вам их покажу. А льняные, естественно, к льняным подходят. Вот, смотрите, витрина с платками. Ну, очень богатый выбор. Очень богатый выбор платков. Ну, не дешевые цены, но так и должен стоить этот аксессуар. Платок, вот такой пашот, стоит 500 гривен. Но сделано очень классно, то есть они делаются все вручную. Вот этот вот шов оверлоченный, видите, он сделан вручную. Галстуки более сдержанных тонов, классические. О, вот этот я обожаю рисунок, это называется турецкий огурец. Он фактически используется везде как гусиная лапка, как клетка. Когда хотите сделать образ более вечерним, интересным, вот можно использовать как раз вот узор турецкий огурец. Ух ты, а вот это что такое? Класс, вот это да, обожаю полоску. Полоска вообще, это просто фаворит Питиома и во Флоренции, которую я недавно посетил, да, то есть мужчины все были в полоску. Еще обращу ваше внимание, это разные вещи с какими-то вставками, да, то есть вот здесь на пиджаке шалевый воротник, но сделан он, о боже мой, какая подкладка, с ума можно сойти. Шалевый воротник, да, сделан он в итальянском стиле. Если вы хотите пиджак только носить, а пальто не хотите, вот вам вот такая штука утепленная. И еще орел в подарок. Маленький орел. Так, и еще, что я тут нашел, это широкий длинный лацкан. Да, вот лацкан – это воротничок, который уходит как раз практически, смотрите, видите, на линию плеча, то есть очень классно смотрится. Я бы его еще пошире сделал, но, может быть, они в следующем сезоне пошире сделают. Это все классика, ну, просто must-have любого магазина мужской одежды, это классика. Обращу внимание на вот этот костюм. Здесь ткань из тонкой полированной шерсти. Мы его называем рабочая лошадка. Почему? Потому что он носиться должен каждый день. И если джентльмен, мужчина, бизнесмен заходит в ресторан, он должен не опасаться, что этот костюм придется химчистку нести из-за того, что неуклюжий официант случайно пролил бокал вина или кофе. Еще один лайфхак, то есть если вы вдруг приехали поздно или рано утром встаете, и в вашем отеле вдруг еще все спят, и не оказалось утюга, вы берете, включаете душ на полную, горячую воду включаете, вот, ждете минут 15, пока ваша ванна не превратится в сауну, в парилку. Потом заносите туда костюм, который только что достали из чемодана, вешаете на вешалку и уходите на полчаса на завтрак. Все, возвращаясь обратно, вы увидите, как ваша вся ткань разгладилась, как будто приходила домработница и погладила вам костюм. Еще раз отмечу, что здесь обувь очень классная. Во-первых, на самой подошве, а подошва кожаная, есть еще вставка из резины, чтобы сделать эту подошву не скользящей и не портить ее профилактикой, да, то есть это очень классное свойство. Ну и цвета, посмотрите, это же градиент, и видно сразу, что вручную покрашены. Когда ткань вручную покрашена, она неоднородно, видите, покрашена от темного к светлому. Темный носок, потом градиент идет, и потом идет светлый, бордовый, очень красиво смотрится. Рубашки здесь, кстати, рубашки всегда проблема, найти рубашку под бабочку, чтобы она классно смотрелась и не супер дорого стоила. А здесь она офигенно смотрится,
под бабочку, закрытые планочки, ну, в общем, все как полагается. Вот как раз, видите, смокинговый пиджак из тонкой тревелер шерсти, то есть можно ее перевозить в самолете, ну, например, вас пригласили на свадьбу в Италию или в Америку, сели, кинули костюм в чемодан, потом воспользовались моим советом, зашли в ванну, включили на полную горячую воду, чтобы парилочку сделать, и все, и развесили пиджак, и он быстренько разгладился. О, вот этот цвет вообще холодный, голубой цвет. Ну, опять же, если у вас свадьба планируется в каких-то тонах, и будущая жена, невеста с ума сходит, как же одеть своего мужчину, как же его одеть? А он говорит, хочу, чтобы ты меня одела. И она выбирает ему голубой, небесно-голубой костюм на свадьбу. Посмотрите, здесь пуговицы тоже обшиты. Ну, в общем, как на смокинге. Если вдруг вы хотите сделать подарок своему любимому, то вот подарите мужчине одну хотя бы рубашку с каким-то цыганским принтом, я его называю. Но чтобы вам самой нравилось. А это что за красота? Еще со скидкой 50%. Вот люблю находить такие вещи со скидкой 50%. Это вообще удача для любого стилиста, шопера профессионального, найти вещи со скидкой 50%. Вот из вискозы можно со скидочкой взять рубашку. Правда, в одном размере, эмочка. О, еще одна вещь. Еще опять полосочка. Боже, смотрите, с какими-то элементами, детальками, подкладочка. Ну, просто кайф. Полированный хлопок, полосатый. Я бы такой тоже носил. Название бренда это «Дамат», по-турецки это значит «жених», поэтому здесь женихам как раз можно спокойно подобрать образ. И платок, кстати, очень красиво смотрится. Фу, кстати, где там наш жених? Андрей, прекрасно, прекрасно отправляю тебя на свадьбу в этом костюме в качестве жениха. Сейчас в моде, видите, распарованные вещи, не обязательно, чтобы он был черный-черный, прям как пингвин, да, то есть он может быть серый, стальной, как в данном примере, да, с черными брюками, и все это подчеркнуто с отполированными либо лакированными туфлями. А вот, пожалуйста, признак лабутенов практически рядышком. Ну, красная подошва всегда будет смотреться шикарно, когда ты сядешь на кресло, а ты сядешь сейчас на кресло, закинешь ногу на ногу, возьмешь бокал с виски. А где бокал с виски? Нет бокала с виски. Вот, да, то есть и покажешь свои волосатые ноги татуированные. Посмотрите, какой кайф. Ну, блин, брутальный у нас жених получился. Просто красавчик, дай пятюню. До новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь и ставьте колокольчик. И вам нужно быть в курсе всех новинок ваших любимых брендов. Оставайтесь в тренде вместе с нами.